Здравствуйте, друзья! Отчетное видео. Значит, в данном случае мы нанесли с помощью лазера, с помощью лазера на стекло прижгли акриловую краску. Это отчетное видео для меня. Скорость была 3000 у лазера. Значит, мощность лазера 100%. Проявился интересный эффект, что лазер прожег стекло. Вот здесь это видно. И сделал рифленое. Это позволяет сделать подсвечиваемые, гравированные изображения. Подписывайтесь, и будем продолжать в этом направлении работать. И хотя мощность была большой, но очень большой была скорость. Вот, поэтому, снижая скорость, с одной стороны, да, мы сможем увеличить, наверное, гипотеза, глубину воздействия, глубину реза на стекле. И тогда эффект подсвечиваемый, да, станет намного больше, и можно будет сделать нажимные участки, псевдонажимные, да, на стекле, что позволит не только графические какие-то вещи наносить, но и делать такие рисунки с обратной связью. То есть человек сможет с ними взаимодействовать и получать какую-то реакцию на свои действия при нажатии на те или иные участки стекла. Но это тоже гипотеза. Вот. Но, тем не менее, вот такой вот результат, и можно на стекло наносить черно-белый и, возможно, полностью с серыми оттенками фотографические изображения. То есть фотографии, если простым языком. Вот. Ну, что в дальнейшем можно сделать? Можно вставлять, все-таки надо подсвечивать. Не очень хорошо просто на белом листе получается. Возможно, если подсвечивать, то все будет повеселее. Через подсветку делать. Да, сейчас мы посмотрим, как это так. И через подсветочку вставим и посмотрим. Как это гравировалось, я не стал снимать. Это, в общем, мало как бы интересно. Вот без подсветки это как бы выглядит вот так. Но если это сзади подсвечивать, то там это будет выглядеть как бы это. Несколько интереснее. Ну, вот такие вот. Вот такая вот получается интересная, если с подсветочкой там с какой-то сделать, вот, то это все, когда сзади фон, наверное, поинтереснее. Но сейчас нас уже будет интересовать вот этот вот эффект, когда мы нанесли царапины на стекло, процарапали его. Так, ну и следующий важный момент. Наша с вами общая победа. Соответственно, 1600 подписчиков. Спасибо большое. Вот. И 600 тысяч просмотров. Сразу две победы в один день. Это вот большой подарок мне. И я надеюсь, что я для вас сделаю очень много всего полезного для своих подписчиков. Буду вам благодарен и стараться открывать новые какие-то интересные вещи, которыми вы, может быть, воспользуетесь, а может быть и не воспользуетесь, а просто посмотрите. И где-то у себя пометите, что такое, такие вещи можно делать. Может быть, найдете более так, ну, узнав, что такое можно делать, найдете уже там корифеев в этом деле, которые делают это намного лучше меня. Вот, на этом данное видео заканчиваю. Значит, это видео из серии лазерный гравер. У меня это ТМС. Значит, спрашивайте, что можно, что нельзя. Что не знаю, буду пробовать. И вам докладывать. До новых видео. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь и лайкайте. До новых встреч.